Инициативная группа «За наших» при поддержке Карачаево-Черкесского отделения КПРФ собрали гуманитарный груз бойцам специальной военной операции. Что на этот раз неравнодушные жители отправили на передовую, расскажет Алла Качеева. Республиканский комитет Коммунистической партии Российской Федерации уже не первый год работает с инициативными группами граждан КЧР, которые работают непосредственно по оказанию помощи бойцам, которые находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Надо сказать, что эти группы, которые создались специально оказание непосредственно точной помощи, которая идет непосредственно в окопы, по нуждам наших земляков, которые там находятся. И этот раз не исключение. Именно по просьбе бойца, участника специальной военной операции Марата Хубиева из Тиберды, был приобретен этот автомобиль инициативной группой «За наших». 10-местная машина высокой проходимости нужна для перевозки военнослужащих на передовой. Мы находимся в Южно-Донецком направлении. Машина нужна для передвижения личного состава. Мы грузим боеприпасы, мы ездим с одного поля на другое поле и по резинам неудобно на легковых личных машинах. Ну, из-за этого попросили. Я благодарен им, что они... Жители и руководство Карачаево-Черкесии, также различные благотворительные организации при поддержке регионального отделения КПРФ на постоянной основе отправляют гуманитарные грузы с пожеланиями победы в зону спецоперации. Ребята, пожалуйста, хоть одно я хочу сказать. Пожалуйста, берегите себя, возвращайтесь живыми, здоровыми. Знайте, что мы, вот, сколько есть сил, мы будем стараться всегда вам помочь. Только вы, пожалуйста, возвращайтесь живыми, здоровыми, с победой. Это уже 8-я машина, которую приобретает инициативная группа «За наших» для бойцов СВО. Ключи от автомобиля УАЗ Марату Хубиеву вручил руководитель организации Асхат Айсандыров. Все собравшиеся в зале регионального отделения КПРФ были едины во мнении, что наши ребята – настоящие патриоты, достойно продолжают дело своих дедов и прадедов. Каждый из них вносит свой вклад в защиту страны, обеспечивая безопасность Родины. Да, действительно, они настоящие наши защитники Отечества. Они потомки тех наших дедов, которые в 1945 году подарили нам эту страну. Благодаря вот этим сегодняшним нашим защитникам мы горды и всегда не будем падать на колени перед всеми западными коалициями, которые сражаются с нами. Миру и мы хотим только с победой, благополучия, достатка, здоровья нашим ребятам. Пусть каждая мама и каждый ребенок вернется в свои рубежи, в свои дома здоровым, счастливым. И чтобы каждый родитель был доволен своими детьми, а мы, ветераны и остальные, чем можем, тем и поможем. В этот день активистов группы «За наших», а также членов Компартии, тех, кто постоянно оказывает помощь участникам СВО, наградили подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди них и представительница ГТРК Карачаево-Черкесия Лилия Шуштаева. Алла Качиева, Зумрад Халкечев, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево-Черкесия.